Скажу мёда дикого за Сибирь великую, и попробую пуститься, братиная искусница, со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься. Он является чемпионом Франции по салат, а также чемпионом международного турнира по MMA Best Fight. Оливер Табунда! И в красном углу находится его оппонент, который представляет Красноярск. Ему 33 года, рост 170 сантиметров, вес 84 килограмма. Он является мастером спорта по комплексному единоборству, трехкратным призером чемпионата России по ушу со льда, призером чемпионата России по кикбоксингу, и представляет клуб «Самсон» Геннадий Карнаухов! Итак, давайте максимально громкими аплодисментами поддержим участников главного поединка нашего турнира. Оливьенко Урда, Геннадий Карнауха. А я все мой, вельму фоте. А нам кика. Ала, а нам кика. Мы не делаем пасы, не делаем пасы, сиса. C'est un kicker, allez, on kiffe ici. Travaille ton style. Voilà. Coulez Nio, voilà, je fais. Coulez Nio, on tape. Ouais, ouais, ouais. Voilà, allez, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Avant de barrer, à moi, on voit, Nio. Voilà. C'est bon, c'est bon. Baissez les bras. Allez, 10, 10, 10. Baisse pas les bras. Tu t'amuses. Ah non, on va la faire, elle est morte, elle est morte. 1 minute, 1 minute, 1 minute.
Я на
Voilà, tranquille. Победу! Поздравляем вас!
поддержку. Сегодня наши бойцы показали хороший бой. Все благодаря вам. Спасибо, ребята! Спасибо тебе, Гера, он заставляет. Россия, с тем победа! Спасибо всем! Очень приятно быть здесь. Спасибо, спасибо вам. Друзья, ваши аплодисменты!